Срочные новости, друзья, о которых еще мало кто знает. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши выпуски каждое утро. Мы благодарны вам за вашу поддержку. Сегодня ночью наряд патрульно-постовой службы полиции города Москвы в одну из милиц города доставил в тяжелом состоянии известного российского молодого киноактера Александра Ильина. На данный момент актер находится в больнице, рядом с ним уже находятся его родственники. Полиция скрывает то, что с ним произошло. Родственники вовсе отказались разговаривать с прессой по непонятной причине. Что же произошло с известным киноактером, где его обнаружили сотрудники полиции избитым, никто не знает. Ждем подробности и надеемся, друзья, на то, что уже завтра в нашем новом выпуске на нашем YouTube-канале вы сможете узнать более подробней об этой всей трагедии. До скорой встречи, смотрите наши новости, не переключайтесь, мы вас ждем каждый день на нашем YouTube-канале.